«Бизнес-успех» – престижная премия в области малого и среднего предпринимательства. Задача организаторов – найти в регионах перспективные проекты. Один из таких – у Евгения. Возле села Мухаршибирь он планирует создать придорожный комплекс. Это грузовая стоянка, шиномонтаж, мойка, гостиница и кафе. Будем развивать Бурятию, потому что у нас федеральная трасса проходит. Мимо нас проезжают китайские туристы, монгольские туристы. Могут заехать, посмотреть, ознакомиться с нашим районом, то есть достопримечательности, прорабатывать будем маршруты новые, то есть развивать туризм именно в Мухаршибирском районе. На региональный этап премии подали заявки более 100 бурятских предпринимателей. Организаторы отобрали 22 самых интересных проекта. После их защиты 9 лучших бизнесменов получили заветные статуэтки в разных номинациях. Евгений стал народным предпринимателем. Это награда, грубо говоря, наших жителей района. Все за меня голосовали. В голосовании принимали участие, можно так сказать, что всей России. И с Москвы голосовали, и с Казани, и с Владивостока, и с Находки. Поставщики за нас голосовали, за наш проект. Помимо статуэток, Евгений и другие победители выиграли путевку в Москву. На федеральный этап съедутся около 150 предпринимателей со всей страны. Это большая возможность найти клиентов и партнеров. Победитель же получит мощный пиар своего проекта и бизнес-обучение MBA. И данного рода премия служит для того, чтобы образ предпринимателя был для молодежи востребованным и притягательным. Потому что там, где предпринимательство, там остаются в селах молодежь, возникают рабочие места, улучшается социально-экономическая ситуация. В последние годы сформировались такие направления видов экономической деятельности, в которых работают наши предприниматели. Это социальные предприниматели, активно имеют работу. Социальные предприниматели, переработка местного нашего сырья. И я думаю, что вот в этом направлении мы можем развиваться. Креативные индустрии у нас стали развиваться. Очень хорошо в республике развивается система дополнительного образования. Национальная премия «Бизнес-успех» появилась в России в 2011 году. Региональный этап провели на базе гарантийного фонда Бурятии, центра «Мой бизнес», в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он действует в стране по поручению Владимира Путина. Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.